Надо по одному удару просто делать и все. Проблем не будет. Он не попал, ну и похер. Пойдем поводить. Он сейчас превращаться будет. Не дал его побить, падла какая. А вы. А что ты превращайся? Эй! Тебе пора потухнуть. Бля, как мне сейчас повезло. По-моему, простой. Так, пойдем. Малыш. Малыш за мной. Малыш. Так, что-то забыл, что делать внезапно. Ну что? Ну что он, блядь? Что? Что, блядь, с тобой не так? Крутишь ты какого хуя? Оба два удара делать. Блядь, серьезно? Токсин 100%? Вау, обидно. О, там еще и с ноги пролетело. Бывает что. Ну, с токсином я не вижу. Вам не пора ли это? Оглушить-то, сколько тебя бить-то надо? О, оглушил. Правда, мне это ничего не дает. У меня еще и внутрь кончилось, еще и второе кончилось. Еще и нулей я получил дважды. Выносливость отсутствует. Утащил. Это не в ту сторону тут. Ну, ну и чё? Блять, вот это я ожидал этого. Нет! Там еще продолжит бить. Вроде сильная такая атака, не должно быть продолжение после нее. Это неправильно, на мой взгляд. Че, у меня 8 эфтов? Подождите. Так, близко сильно стоит, да? Так, вот, да почему не попал? Обидно. Это... Блядь. Сука, это нельзя делать в таком месте. Слишком мало места там. Блин, я забыл про эту хуйню. О, это плохо. Беги! Беги, Вася! Сейчас что, взрыв будет, правильно я понимаю? Ой, кончилось, да? А я думал, вы что можно? Ой, ой, жадина я, ой, жадина говядина. Здрасте. Как вас звать, величать? Ну и куда ты пошел? Получи по жопу.
мой нелюбимый прием. Ого. Тихо. Убьешь еще. Ой, глуханул. Блин, а по голове бить больше было, наверное. А может и нет. Ой, блядь, у него все эти. У него все, все подлеты с ударом заканчиваются. Че это? Вторая фаза? А че во второй фазе будет? Я просто не помню. Странно это было. Жрём, он несёт? По голове, по голове, по голове, по голове. По жопке. Ну и пока. Ну давай скучный бой.